Вебер Герман, и сегодня в этом обучающем видео я вам расскажу о таком элементе из стиля джимбар под названием церковный крест, в переводе с испанского. Кто не знает, как он выглядит, я вам сейчас его продемонстрирую. Смотрим этот элемент поподробнее, его вообще ошибки всех людей, минусы, недостатки, как можно упростить элемент или как можно его усложнить и вообще, что для этого нужно. Первое, что вам требуется, это, конечно же, подтягиваться желательно за голову, хотя бы вот обычным вот таким вот хватом. Нормально, раз, ну, 5, думаю, будет достаточно вполне. Теперь, как же сам делать элемент? Берете с нижним хватом левой рукой, а правой рукой, тут без разницы, можно двумя нижними. Подтягиваетесь и прижимаетесь к левой руке, в итоге отпускаете руку, вы должны висеть прям на одной руке. И заводите прям плечо туда. И потом уже вот эту руку левую, которая у вас там, вы просовываете за голову. И в итоге получается сам элемент. Так, большинство людей не могут удержаться под турником на одной руке, то бишь вот на левой руке, когда вы уже подтянулись, и вот так вот они не могут провисеть хотя бы несколько секунд для того, чтобы перехватить руку туда, вот именно вот за турник вот так и положить плечо. Прям на турник главное положить плечо, иначе вы его не сделаете. И как повиснуть, я могу вам подсказать, вот вы можете подтягиваться за голову и руку постепенно вот отпускать, отрываете и все. И ноги под себя желательно поджимать, если вы, ну скажем так, не держите вот обычный уголок, то желательно ноги поджимать под себя, это будет намного легче, чем просто поднимать угол ровными ногами. Ну, ровными ногами ясно, что красивее, но согнутыми тоже можно и нужно, если вы не можете удержаться просто ровно на одной руке за голову. Так, как упростить данный элемент? Данный элемент можно упростить, в принципе, никак. Его может упростить только ваша плечевая гибкость, ваших плечевых суставов и сила в руках. Вот единственное, что может его упростить. Но силу в руках можно наработать обычными ровными подтягиваниями без рывков, стабильными. И гибкость плечевых суставов можно развить, взяв обычную простую веревку за два конца и проворачивать плечевые суставы с этой веревкой. И уже потом так, ну, меньше брать хват и тоже пытаться провернуть. В итоге очень хорошо развиваются плечевые суставы. И они вам, в принципе, понадобятся для других разных элементов, если вы собираетесь в дальнейшем изучать стиль джимбар. Данный элемент можно усложнить тем, когда вы уже подтянулись за голову, заложили правую руку на турник и положили там сам плечо. И когда вы проносите левую руку за голову, вы получаетесь вот в таком вот положении и держите турник, вы эту же левую руку проносите назад. Это получается своего рода усложнение. Демонстрирую, кто не понял наглядно. На пальцах, так сказать. Получается, вы выворачиваетесь первый раз в положение турника, а второй раз выворачиваетесь в положение уже привычное нам за голову на одной руке, только еще плюс у вас лежит правая рука на турнике. Когда вы уже подтянулись в положение за голову, висящую на одной руке, вися на одной руке, вы положили уже руку. И у некоторых возникает такая ошибка. Люди не понимают, как именно вот такой промежуток вашей руки маленький занести голову туда и положить ее на турник. Это делается достаточно легко, когда вы уже осознаете, как это делать. Когда вы уже подтянулись, уже все у вас готово, у вас лежит рука. Иногда могут быть болевые ощущения возле вот плеча, вот тут, так как оно лежит на турнике, и
болевые ощущения в кисте, потому что вы ее как бы чуть-чуть подворачиваете и держитесь, ей за грипп. И это, эти ощущения пройдут, не пугайтесь. Поначалу поболит, а потом уже перестанет. Так, далее, когда вы потянулись, уже у вас все готово, вы проносите руку, начинаете отодвигать ее, поднимать чуть-чуть вверх и за голову. И вы поворачиваете чуть-чуть голову к турнику и пытаетесь повернуть уже сам корпус. Вы не поворачиваете просто голову вот так вот, как бы, а потом пытаетесь просунуть руку. Нет, это просто абсурд. Вы проносите, начинаете поворачивать руку вместе с головой, при этом поворачиваясь корпусом вместе с плечом всем, не отпуская турника, это самое главное. И точно так же делайте назад, при этом можно чуть-чуть припускать тело в плечи и приподнимать, если у вас хорошие плечевые мышцы. При этом, если же у вас они плохо накачаны или их у вас вообще нет, что бывает у некоторых людей, то вы просто можете не опускаться и подниматься, а руку чуть-чуть припустить или приподнять. Все, мы с вами разобрали полностью весь элемент. Этот элемент пришел к нам из колумбийского стиля джимбар под названием церковный крест, переводит с испанского. Данный элемент считается одним из самых легких и самых простых элементов, поэтому не надо на нем сильно зацикливаться. Если вы его научились нормально делать, не надо его делать каждый день или вообще по несколько раз на день, хватит просто того, что вы его делаете. А также самое главное, пробуйте, тренируйтесь и еще раз пробуйте, ведь в жизни нет ничего невозможного.